техногенные катастрофы, какие-то аварии по вине человека происходят, к сожалению, в нашей жизни. Вы знаете, есть, наверное, фаталь какая-то вот в этом, злой рок, и, к сожалению, выпадает вот этим людям оказаться в этой ситуации. Все мы люди, все мы способны на ошибки. Полностью устранить человеческий фактор мы не сможем никогда. Но единственный вариант, мне кажется, это снабдить, вот как мы смотрим фильмы, полностью технологические, чтобы все это продумывали компьютеры, которые смогут просчитать на 100 ходов вперед. Но опять-таки это нереально. Мы живем с вами не в кино, а в жизни. К сожалению, такие трагедии происходят. К сожалению, все это неизбежно. И, конечно, соболезнования всем родственникам людей, которые погибли.